Рад видеть вас на канале интернет-магазина TrailerBot. В данной серии обзора мы ознакомимся с фаркопом европейского типа от производителя Auris Basalt для автомобилей Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200 с 2007 года выпуска и рассмотрим его основные характеристики. Хочется отметить, что европейский бренд для российского рынка производит данный продукт на территории России в городе Новоорск, что освобождает продукцию от ввозных пошлин и транспортных наценок. Переходите по ссылке в описании к ролику и приобретайте этот фаркоп со скидкой. Давайте посмотрим на комплектацию товара. Содержимое коробки в себя включает сам фаркоп, необходимый для установки крепеж, кронштейн с шаром на 50 мм, защитный колпачок, который позволит вам не испачкаться о шар, подрозетник, 7-штырьковая розетка европейского стандарта и комплект электропроводов для подключения. Инструкция по установке также имеется в наличии. Дополнительно вам потребуется приобрести только блок согласования Smart Connect для корректной работы светотехники. Для данных автомобилей это обязательно. Как видим, набор включает в себя практически все для полноценной установки фаркопа и не потребует для вас дополнительных затрат в поиске комплектующих. Уточнить дополнительную информацию вы сможете у менеджера интернет-магазина. Давайте посмотрим на основные характеристики. Вес всей конструкции фаркопа составляет 28,5 кг. Максимальная тяговая нагрузка 1,5 тонны. Вертикальная нагрузка 75 кг. Тягово-сыпное устройство изготовлено из качественного материала и держит все заявленные нагрузки. Цельносварная конструкция обеспечивает максимальную надежность и прочность фаркопа. Фаркопы Auris Basalt имеют катафорезное покрытие, которое максимально защищает тягово-сцепное устройство от воздействия воды и реагентов. Очень важным моментом является то, что никаких сложностей при установке данного аксессуара возникнуть не должно, так как монтаж производится в штатное отверстие на раме автомобиля. Снимать и тем более резать стандартный бампер данных моделей автомобиля не потребуется. Для ценителей внешнего вида конструкция фаркопа обеспечивается внешней хромовой накладкой для придания более эстетичного вида сзади. Этот фаркоп можно приобрести и установить в сервисном центре магазина TrailerBot. Хотите скидку на фаркопы, электрику и прочие аксессуары? Переходите по ссылке в описании под видео. На этом мы заканчиваем этот обзор. Всем максимально удачного выбора и всего хорошего!